Дополнительно на расходы в этом году выделят около 15 миллиардов рублей. В общей же сумме планируют потратить 233 миллиарда. Большая часть денег пойдет на развитие социальной сферы. Сохранят ежемесячные выплаты многодетным семьям. Почти 5,5 миллиардов рублей направят на строительство и реконструкцию школ и детских садов. Дополнительно выделят около 300 миллионов на капитальный ремонт больниц и поликлиник. Наше время, в которое мы с вами работаем, это время приоритетов. У нас сегодня есть возможность дополнительно распределить 14,9 миллиардов рублей. Коллеги, это 15 миллиардов плюсом. И еще раз подчеркиваю слово «дополнительно». Общий объем расходов, вот у меня написано «расходов», и это не расходы, друзья, это выделение средств из бюджетов на жизнь. 233,2 миллиарда рублей на этот год. А вот в 2015 году, когда я избрался, когда команда пришла, эта сумма составляла 197 миллиардов рублей. То есть на 30 миллиардов мы практически за 3 года приросли. И вот этим мы сегодня уже можем гордиться. Иван Иванович, безусловно, увеличено финансирование значительной части краевых государственных программ. Одно дело увеличить, а другое дело эффективно исполнить. Ведь сэкономленные – это те же самые заработанные. Поэтому вот как рачительно они будут использоваться, денежные средства, это задача номер один. И я коллегам с органов исполнительной власти сказал, что даже не надейтесь. Мы это не будем по итогам полугодия или по году. Мы этот вопрос будем рассматривать системно, ежемесячно. Увеличен также был и дорожный фонд. Теперь на строительство и ремонт автомагистралей предусмотрено чуть больше 28 миллиардов рублей. Еще почти 2 миллиарда планируют потратить на развитие ЖКХ. А на формирование городской среды в этом году выделят 0,5 миллиарда рублей.